Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на набор для моделиста. Многие в комментариях спрашивают, чем, как правильно срезать деталь, как, чем правильно зачистить деталь, срезать, откусить. И вот для вас, друзья, ответ. Фирма Мэнк выпускает очень хорошие наборы. Особенно эти наборы хороши для начинающего моделиста. Хочу, друзья, сделать небольшую вставочку и порекомендовать вам канал одного хорошего человека, коллеги по моделизму, канал Андрея Лобода. Канал так и называется — Андрей Лобода. Там человек делает очень интересные модели, но не как я, из пластика, а делает их из бумаги. Очень интересные, очень красивые модели получаются. Даже иногда и не скажешь, что они сделаны из бумаги. Поэтому, кому интересно, поддержите человека, подпишитесь. Ссылочка на канал будет в описании под видео. Сейчас открою и произведем обзор. Набор называется Пики Тул и артикульный номер МТС-003А. Чем хорош данный набор? Тем, что он в специальном таком футляре, чехле. И его удобно брать с собой, куда-либо переносить. И у вас самый такой необходимый инструмент всегда будет под рукой. Набор состоит с цангового ножа с пластиковой ручкой, с хорошего пинцета, которым удобно брать даже мелкие детали. Все это мы попробуем, потестируем. Такая вот пилочка, как ее правильно называют, БАФ. Такая шероховатая поверхность. Здесь крупное зерно, здесь мелкое зерно. Вот ее можно использовать для зашкуривания деталей. Довольно хорошие кусачки. Мне они очень понравились. Ровненькие, довольно острые и очень хорошо режут пластик. И набор с лезвиями, с мелкими для цанкового ножа. Попробуем кусачки. Покажу, как они режут. Срез ровный. Аккуратно, не спеша. Кто-то детали отрезает на пару миллиметров в сторону, а потом обрезает это все ножом. Ну, сейчас срежу немного больше и посмотрим, как правильно зачистить и что сделать. Кого заинтересовал данный набор, его можно приобрести, друзья, в магазине «Я моделист». Ссылка будет в описании под видео. Берем БАФ и зачищаем. Кто-то зачищает надфилем. Есть также у Мэнга набор, где вместо вот этой вот приспособы надфиль в наборе. Вот, зачистил. Довольно ровно, хорошо зачищается. Сейчас вставим
лезвие в цанговый нож. Около 10 лезвий в наборе, сейчас посчитаем. 4. Они слипшиеся немножко. 4, 5, 9, 10, 11, 12. 12 лезвий. Мне этими лезвиями очень нравится обрезать скотч малярный, когда я их наношу на остекленные, на остекление модели. Лезвия очень тоненькие, острые и очень хорошо срезают и разрезают маски. Друзья, хорошо, мягенько, плавненько. Нож срезает пластик. С этим ножом надо быть всегда аккуратным, не дай бог порезаться. И специально на цанговом ноже есть чехол для ножа, чтобы лезвие всегда было закрыто. И берегите, убирайте его от детей, от маленьких. Теперь, друзья, протестируем пинцетик от фирмы Мэнк. Здесь положил я маленькие пальцы от металлических траков. И сейчас попробуем взять их пинцетом. Как видите, мелкую деталь пинцет очень хорошо берет. Берет и хорошо удерживает. Так что, друзья, если вас заинтересовал данный набор, берите, не пожалеете. Особенно хорош для начинающих. Вот, друзья, провели тест набора. Смотрите, как все быстро, хорошо складывается. При желании также в чехле есть еще место. Сюда можно вставить дополнительный нож цанговый с другим лезвием, более крупным. Можно положить набор кисточек, то есть что угодно еще можно сюда вставить, и у вас всегда будет все под рукой. На этом, друзья, обзор буду заканчивать. Спасибо большое, что смотрите, что комментируете. Всех благ вам и вашим близким, друзья.